Сезон охоты вот-вот откроется уже 31 августа. Охотники имеют право выезжать за добычей. Естественно, при наличии документов и разрешений. А какие именно? Есть ли нововведения для охотников? И вообще, гуманна ли охота на диких животных в 21 веке? Это мы сейчас и обсудим. У нас в гостях Батурин Евгений Александрович, начальник отдела учета и использования объектов животного мира Управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края. Виктор Петров, заведующий лабораторией Музея природы биологического факультета Алтайского госуниверситета. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем сначала не с вопроса гуманности, он такой более дискуссионный, а вот с общих вопросов, которые мы должны знать про сезон охоты вообще. На кого можно охотиться у нас в регионе? Ну, есть такое понятие охотничьи ресурсы, и это перечень видов животных, да, диких животных, которые входят в этот охотничий ресурс. Они заложены специально в законе, закон об охоте у нас. То есть вот мы и подразумеваем, что охотничьи ресурсы, которые можно, животные, на которых можно добывать в целях, скажем, использования для человека себе, для пользы. Вот. Каждый в зависимости от биологии самого этого каждого вида и определяются сроки охоты. Когда можно на них охотиться с минимальным, скажем, вредом для популяции. Вот. Это сделано, чтобы как бы весь этот ресурс использовать именно рационально, не нанести вред. То есть использовать как ресурс его надо, да, но самое оптимальное, чтобы было и ресурс сохранить, и человеку пользу принести. А, тогда такой вопрос, на кого охотиться категорически нельзя, и где узнать, на кого нельзя, собственно, охотиться, потому что, я думаю, не все знают вот этот какой-то перечень, список животных, которых нельзя убивать. Ну, список этих животных очень большой, их просто невозможно все перечислить. Вот, есть, наоборот, есть список, которых можно охотиться. Вот, ну, скажем, много мышевидных, да, вот зачем их добывать? И выдается разрешение на их добычу, там, скажем, в научных целях каких-то вот. Но, в общем, массово его не выдается. Вот, выдаются те, которые реально используются человеком. Плюс запрещается вот из этих видов, которых, скажем так, полезных видов для человека, которых мало, ну, то есть они редкие, они заносятся в Красную книгу. Вот. И на тех, естественно, охота запрещена. Например, приведу, у нас в крае, скажем, в России, в охотничьи виды, которые можно добывать, занесены выдра и кабарга. Вот. То есть можно в других регионах, скажем, вот в городе Алтай тоже там занесена кабарга, а выдра разрешена соседним. А у нас запрещена это. У нас в Красную книгу Алтайского края за эти два вида занесены. Почему? Потому что они очень мало, их в пределах там несколько сотен всего. По краю. Охота вообще используется как вот способ добычи вот, экспонатов для такого вот биологического музея? Ну, охота, да. Ну, то есть это охота и добыча – это маленько родственные, близкие, но не совсем понятия одинаковые. Ну, конечно, в музеях, вообще в музеях мира используется понятие добычи в научных целях, составление коллекций. В какой степени нужны или это самое, ну, в смысле, это понятно. То есть там дальнейшее. Есть такое понятие, особенно у научных и у музейных сотрудников, чтобы ни одна особь не пропала даром. Потому что если ты стреляешь, значит, добыл, значит, ты ее должен довести до ума. То есть не, ну, нельзя там это самое выкинуть как. И так далее. И сейчас еще надо сказать, что ну, опять это все-таки проходит в рамках охоты. Сейчас все популярнее становится изготовление чучел, таксидермии, в общем-то. Ну, то есть тех же гусей, я не знаю, там, головы моралов и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, обрабатывают, чтобы хранить уже это. То есть вот, это маленько касаясь музея, имеется в виду, если вы спросили. Именно. Не в развлекательных, получается, это целях, а именно вот в историческом. Нет, у нас обязательно не в развлекательных целях. Давайте тогда перейдем к другой теме немножко. Вот она близка. То есть есть охота из необходимости, есть охота в научных каких-то целях для исследования, для музеев. А современная вообще охота, современные охотники, многие, они используют вот этот вид деятельности просто как хобби и как развлечение. Соответственно, поэтому сейчас образуются различные организации по защите и по охране диких животных. Например, вот как организация «Ноев Ковчег». Ее представитель к нам сегодня, к сожалению, приехать не смог, но мы у него записали небольшой комментарий, и он там изложил определенную позицию по отношению вот к этим охотникам. Я хочу, чтобы мы послушали этот комментарий и подискутировали потом далее на тему охоты.
Многие стреляют, стреляют не только те виды, на которых открыта охота, стреляют все подряд, все, что летит. Таких людей, конечно же, надо наказывать. Вот. Как это, так скажем, проконтролировать? Проконтролировать это практически невозможно, это уже на совести, так скажем, того человека, кто взял в руки ружье. На мой взгляд, я считаю, что каждый охотник хотя бы раз в 5 лет должен сдавать охот минимум, должен сдавать правила охоты, виды охотничьих животных и птиц. Многие даже не знают, подстрелив утку, они не знают, что за вид. Угу. Вот как раз вопрос к музеям и к их необходимости. Да, он считает, что, во-первых, у нас недостаточно жесткие ограничения и законы, и, во-вторых, у него такая позиция, что многие охотники, которые ездят в лес, у которых есть разрешение на оружие, они просто не образованы и не знают, на что можно охотиться, на что нельзя, там, как правильно это делать и неправильно. Вот как вы считаете, стоит ли какие-то дополнительные вот, образовательные моменты, может быть, вводить или какие-нибудь отдельные там, курсы подготовки и так далее? Об этом разговор уже долгое время идет. К сожалению, закон с действующим законодательством не предусмотрено сдача экзаменов, именно как мы называем охот минимум, при получении охотничьего билета, то есть при получении права на охоту. Вот мы постоянно этот вопрос поднимаем перед законодателями, направляем туда предложения свои. Сейчас это рассматривается в Думе как раз, внесение изменений в закон об охоте. Именно предлагается рассмотреть, вот, внести в обязательном порядке в сдаче экзамены. То есть это будет, например, так же, как права на вождение автомобиля. Именно что охот минимум, этот вопрос уже очень давно муссируется, очень давно опять. Потому что имеется в виду, что как в советские времена, скажем так, было понятие сдачи охот минимума. Я даже вел кружок юных охотников, которым прежде всего моя была задача познакомить с видами, не с обращением оружия. Я просто говорю, когда была даже пересдача, я не знаю, лет 10 назад была, или даже больше уже, переоформление документов. Охот билетов. Да, охот билетов. Там тоже вроде как надо было сдать. Но я пришел вот к проверяющему, он мне начал спрашивать только обращение с оружием безопасное. Я говорю, а когда вы у меня будете красную книгу спрашивать? Он просто говорит, если я у всех буду красную книгу спрашивать, никто не сдаст минимум. Угу. Давайте я еще такую тему затрону. Вот, мы спросили у самих барнаульцев вообще, угу, как они относятся к охоте. Мы не готовили этих людей. Скажу сразу, меня немного удивило то, что ответ был примерно у всех одинаковый. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос, да, и сложить еще мнение дополнительное на эту тему и пообсуждать ее. Давайте на экран посмотрим. Как люди относятся к охоте у нас в регионе? К охоте? Да. Я отрицательно. А почему вот в этом? Потому что хочу, чтобы все жили. И птицы, и звери, и люди. У нас и так в последнее время дичи, всяких птиц мало. И из-за экологии. И как бы хотелось бы, чтобы побольше оставалось. К охоте? Да. Ну, отрицательно. А почему? Ну, жалко животных. А еще почему? Крайне гуманно. Вот как вы думаете, охота – это хорошо или плохо? Мне кажется, не очень хорошо. Я вообще далека от этой темы какой-то. Угу. Ну вот как думаете, почему охота – это не есть хорошо? Возможно, все должно быть в меру, поэтому кто-то же нелегально охотится, например. Ну если любитель есть, то почему нет? Ну а вот вы, например, как относитесь? Я отрицательно. А почему? Животных жалко. В основном говорят о том, что животных жалко, птичку жалко, да, как говорится, и о том, что это негуманно все-таки. И поэтому давайте затронем так кратко, да, вопрос гуманности. Вот вы как думаете, охота это все-таки необходимость или это негуманно? Вот вообще имеет ли такой вопрос место? Ну, сейчас это уже не является необходимостью, потому что это может еще, скажем, в древние времена, когда человеку без этого просто не выжил бы. Ему надо питание, нужно было шкуры одеваться. Сейчас такого нету. В 20 веке была бы развита промысловая охота, когда действительно на этом люди зарабатывали какой-то, вносили вклад в экономику. В 21-м уже этого-то, конечно, нет. Это стала спортивная охота. А именно охота для отдыха, как, ну, не скажу, не назову это развлечением даже. Это спорт, скорее всего, спорт. Вот. И в данном случае получились слова, вот опрос подошел людей, далеких от этой темы. То
То есть люди практически не знают. Может быть, это наша даже вина, недоработка наша, что мы не так вот не пропагандируем свою эту охоту. Охота, в принципе, для популяции диких животных, она приносит только пользу. Я еще раз подчеркну, законная охота. Ну, нет, если начнем с опроса, мне просто интересно, опять-таки, вот вы говорите, птичку жалко. Вот почему-то у человека, да, но все-таки птицы и звери, ну, понятно, ближе к человеку, ну, как бы по уровню развития, или, понятно, по эволюции. А рыбу уже менее жалко почему-то человеку. А если говорят, что, в смысле, сейчас вот благодаря фермерам там массу пчел уничтожили, то как-то пчеловодов жалко, а пчел-то, получается, не очень жалко. Но это, так сказать, вопрос несколько вот о такой гуманности. Это почти за охотников. Но надо сказать, что нет. Вот тут маленько, если разделить, если есть такая возможность, то считается, что это... Я еще представитель Союза охраны птиц России. И Союз выступает, и, собственно, я, так сказать, ну, вообще всегда... Я против только весенней охоты, в первую очередь. Как предварительный итог нашей беседы, да, мы можем сказать, что не хватает у нас дополнительного образования и экзаменов именно по знанию, какие у нас есть животные, это каких важно, нельзя, да, убивать и так далее. И было бы неплохо, чтобы появились хотя бы какие-то вот курсы или повышение квалификации охотников, даже тех, которые просто вот как хобби используют эту охоту. Спасибо большое, что присоединились к нашей дискуссии. Мы уже будем прощаться. Я напоминаю, что сезон охоты начинается на этой неделе. И советую охотникам все-таки подучить Красную книгу и знать, кого убивать в нашем регионе нельзя.